Севастополь всей душой скорбит вместе с Донбассом. Вечером 14 марта в нашем городе прошла акция памяти жертв ракетного удара украинских силовиков по Донецку. Десятки севастопольцев собрались у фонтана в Комсомольском парке имени Марии Байды. Горожане зажгли свечи, возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания. К траурной акции присоединился губернатор Севастополя Михаил Развожаев, о чем он сообщил в своем телеграм-канале. Чудовищное событие сегодня произошло. Еще раз оно просто подчеркнуло красной линией вот все, что говорится о зверствах этого режима. Не знаю, как это даже назвать. Когда просто из злости, из какого-то бессилия, отчаяния просто берется и стреляется по мирному живущему городу, по центру. И гибнут дети. Сегодня ребята, прежде всего наш штаб, мы вместе в Севастополь, который объединяет большое количество наших ребят, общественников, в том числе волонтеров, которые ездили в Ростов, чтобы помогали беженцам с Донбасса, с ЛНР, с ДНР, которые общались с людьми, которые лично, эмоционально все это приняли. Напомним, 14 марта стало известно о взрыве в центре Донецка. По данным штаба территориальной обороны ДНР, в результате атаки вооруженных сил Украины ракетой «Точка-У» погибло 20 человек, среди них один ребенок. Число пострадавших к вечеру понедельника возросло до 36.